Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами майнингом, называется Хасик. Вчера меня пригласили, вчера пришло мне письмо. Вот, с видеообзорами. Я посмотрела первое видео, второе, третье, все. Просмотрела, проект меня зацепил, я читала информацию, но решила зайти, так как в первом видео парень сделал вывод и типа платит майнер. Вот, не с бухты-барахты я заходила, я просмотрела видео. Вот здесь это все можно прочесть, я уже зачитывать не буду. Можно установить язык. Да, какой вам надо. Я поставила русский язык. Значит, кликаем регистрация. Здесь непростейшая. Пишите имя пользователя, email, пароль. Подтвердить пароль, номер телефона. Здесь будет, как я поняла, пригласитель. Вводим вот эту вот цифровую капчу сюда. Ставим галочку, нажимаем создать аккаунт. Я же уже зарегистрирована. И вот вход по имейлу и паролю. Введите код. 4-5-4-1-1-4. Войти. И значит, нам сразу дают... Я не получала бонус. Значит, ну, этот бонус, ребятки, сразу хочу сказать, ни о чем. Вот. Ну, получить можно. Так как постоянно выскакивает вот это вот. Она мне уже надоела. Значит, чтобы получить бонус, нужно вступить в наш телеграм-чат. Ну, давайте вступим в чат. Присоединиться к группе. Вот. Вот так. Ну и все. Мне дали бонус. Вот этот. Биткоин ASIC. Контракт. Он ни о чем, ребятки. Здесь нифига не заработаешь даже за год. Значит, я зарегистрировалась вчера. Начала изучать кабинет. И прикупила себе. Вот сделала контракт на Litecoin. И если у меня начисление будет через 7 часов 50 минут. Через 8 часов. Вот. Здесь можно покупать контракты на различные криптовалюты. Значит, сразу на домашней страничке находится реферальная ссылочка. Видите, она уже копируется автоматически. Это выход. Здесь у нас настройки, по-моему. Так, вы получили бонус. Ну, окей. Настройки. История. Можно покупать с различных криптовалют. Я сейчас вам покажу. Я покупала с Dogecoin. Вот я купила вчера. Но это их время. Я очень поздно регистрировалась. В ожидании. Подтверждено. Подтверждено. Вот я купила. Вот. Как бы вот так. Это мои как бы платежные системы. Далее. Здесь у нас промо-материалы, кому надо, если кто захочет. Я думаю, мало кто захочет, потому что здесь минималка, чтобы купить вот этот ASIC контракт, $10. Здесь черно-белые, здесь цветные баннера. Значит, в настройках идем в настройки. Сюда прописать имя. Дата рождения. Ай, нафиг, это дата надо, но не надо. Так, телефон сохранить. Вот. Далее прописываем платежные реквизиты. Вот здесь я пропишу Litecoin адрес, так как я покупаю в основном Litecoin.
Вот. Почему-то я сюда пошла. Ну ладно, лайткоин. У меня он привязан к FalsePay. Копировать. И мой пригласитель выводил на FalsePay. Вот. Вот лайткоин я прописала. Кликаю сохранить. Есть различные криптовалюты. Можете на любую криптовалюту прописывать. Если кто захочет. И как бы, да, все, мой кошелек я сохранила. Далее что? Иду в панель. Есть соцсети, они кликабельны, есть Twitter у них, есть YouTube, это Medium и вот еще какие-то контакт, это типа служба поддержки, это чат, вот я присоединилась. И вот у меня как бы идут. Далее, что здесь? Здесь у нас партнерская статистика, статистика по выводам. Реферальную ссылочку я вам показала. Значит, здесь добавить пул. Так, кошелек я открыла. Буду тоже вот пополнять. Значит, это панель домашняя, типа страничка, да. Это у нас ASIC. Я покажу, как смогу. Захотите, заходите, разбирайтесь, изучайте. Нет, ребятки, пройдите мимо. Значит, ASIC. И здесь смотрите. Можно покупать биткоин, интериум. Интериум, как я поняла, невыгодно покупать. Лайткоин, догикоин, биткоин кэш, даш и зеткэш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 криптовалют можно майнить. Можете все, например, купить. Как вот у меня пригласитель, он несколько майнит. Я же буду майнить только лайткоин. Значит, здесь биткоин от 10 долларов. Видите, ребятки? Каждая. Значит, хешрейт 200 ГХС. Минимум в день 124 сатохи. Максимум 495. Вот. Далее интериум. Также здесь все показано. Я вот лайткоин, хешрейт у меня 35 МХС. Минимум в день. Максимум день. Вот. И что? Значит, я лайткоин прикупить. Значит, как я это делала, ребятки? Значит, смотрите. Кликнула я, вот, например, вы можете, если захотите, любую. Я вот на лайткоин кликнула. Значит, стоимость контракта, хешрейт, минимум в день. Значит, 46380 лайткоин сатох. Максимум день 185520 лайткоинов. Электроэнергия 1.2% от 10 долларов. Кликаю выбрать. Так, вот сюда я кликнула. Здесь у меня что открывается? Лайткоин. В чем я буду пополнять? Здесь сразу сумма. Ну вот по умолчанию стоит биткоин, так как он самый первый. Я могу купить 24762 сатохи за биткоин. Но я могу выбрать любую криптовалюту. Можно купить за интериум. Здесь сразу вот сумма стоит, да? За догикоин, биткоин кэш. Вот такая трон. У меня он есть, но он у меня на вывод. Он у меня для других проектов. Ripple, Dash. Выбирайте любую. Я выбрала Dogecoin. И вот такую сумму мне нужно заплатить.
За Dogecoin буду покупать вот Litecoin, вот этот контракт пул. Да? Значит, сумму я скопировала. Так. Далее, что я сумму скопировала, ребятки. Купить контракт. И у меня появляется как бы адрес, куда я должна буду перевести вот эту сумму. А еще раз копирую сумму. Иду в Dogecoin. Сюда вставляю сумму. Цент отправить. Такой кошелек стал дурной. Миллион лет не заходила. Здесь я копирую адрес. Скопировала. Иду. Вставляю адрес. И я отправляю вот эту сумму. Отправить. Отправить. Все, транзакция моя отправилась. Видим. Так. Транзакции. Вот я вчера пополнялась, и вот сегодня. Так, возвращаюсь. Закрываю. Теперь что? Где у нас тут история? Вот моя транзакция. 16.03. Вот она в ожидании, ребятки. Давайте я обновлю. Ой. Так, куда я нажал? Ай. Вот ворона. Ага, в ожидании. Вот она. И я пока поставлю на паузу. И подожду, когда она у меня будет подтверждено. Надо ж... сколько там подтверждений. Все, моя транзакция подтвердилась. Значит, смотрите. 16.03. Подтверждено. Депозит открыт. Так. Значит, что дальше? Иду в панель. И вот. Видите, у меня... Я открыла еще один депозит. Это у меня вчерашний. Я открывала. У меня 7 часов. 7,5 часов будут начисления. А это вот свежий депозит открыт. Все. Вот. Pool Litecoin. 36 МХС. Но пока вот это... Ну, а это ни о чем. Вот. Вот так я вот сделала. Таким вот образом покупать. Что еще я вам... Ага, вывод. Асики я вам показывала вот эти. Как бы, да? Вывод. Минималка на вывод здесь. Вот. Значит. Давайте, асик, что он? Сейчас откроется. Значит, контракт на год действует. Вот это, что я купила, он будет у меня работать год. Вот. Значит, у меня тупит, тормозит компьютер. Сейчас покажу вам, сколько максимально мне за год будет. Значит, я вот Litecoin брала, да? Litecoin. Общая прибыль 0.42 Litecoin'а. Это за год. Ну, вот минимальная в день, максимальная в день. И вот общая прибыль это за год. Теперь по выводу. Минималка на вывод. Кликаю вывод. И здесь, значит, мы смотрим.
биткоин. Сразу, так как он первый идет. Минимальная сумма 100 тысяч на вывод. Интериум. А, вот здесь, ребятки. Интериум. Какая нам надо криптовалюта? 0.05 интериум. Я же в лайткоинах, значит, мне нужно лайткоин. Вы же, если хотите, как бы посмотрите. И минимальная сумма 2,5 миллиона. 0.025. Вот. Видим, да? Это выходит 2 миллиона 500 тысяч. Минимум на вывод. Кошелек у меня прописан. Будет что выводить, естественно, я выведу. Запишу видео. У меня вот мой пригласитель, он уже вывел. У него уже есть вывод. Но он много, я вот именно лайткоин один, как бы, да. А у него там, он и биткоин у него, и Dash, и, в общем, несколько он там всего майнит. Я же вот, как бы, не буду. Вот лайткоин одна монета, пусть будет одна монетка. Ну, здесь ли программа. Почитайте. Также реферальная ссылочка. Вот она все копируется. Вот. Ну и в принципе и все. Кому интересно, заходите, смотрите, изучайте. Вот. Возможно, я заработаю. Это интернет, естественно, это риск. Я рискую своими монетами. Вы же смотрите сами. Вот. Ну вот как-то так. Думайте, решайте. Как говорится, это дело хозяйское. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.